школьников из Уфы обучают армейскому рукопашному бою. Представители федерации этого вида спорта проводят для учащихся средних и высших образовательных учреждений мастер-классы и организовывают показательные выступления. Один из инструкторов тактической подготовки, ветеран боевых действий, командир взвода снайперов и разведгруппы с позывным «Сумрак». И прямо сейчас он в нашей студии. Также рада приветствовать президента спортивной федерации армейского рукопашного боя России в Башкортостане Наиля Галимова. Еще раз здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. А вы уже не первый год проводите эти мастер-классы, и сегодня они максимально актуальны. Скажите, пожалуйста, какую философию вы доносите до молодежи? Ну, дело в том, что вот со школьниками и со студентами образовательных вузов мы уже работаем третий год. И самая главная цель и задача наша – работа спортивно-патриотического движения. То есть, чтобы ребята готовы были к жизни. Мы как раз вот показываем будни армейского рукопашного боя, что из себя представляет, цели и задачи. А самое главное, многие дети начинают понимать цели и задачи после того, как мы с ними уже проведем мастер-классы, семинары проводим. Первые два года мы, конечно, делали больше упор на прикладное, чтобы заинтересовать детей. Каждому родителю хочется, чтобы ребенок был заинтересован, увлекшим да, этим направлением. Чтобы было что-то интересное. Да, чтобы было интересно. Ну, к сожалению, в наше время многие увлеченные дети гаджетом, да, а мы, наоборот, стараемся их увлечь вот этим направлением. Причем не только спортивным, но и патриотическим. Там очень много направлений. В этом году мы также включили тактическую медицину, включили, вот, тактическую стрельбу включили. Вот все, что касается нашей жизни, да. Вот поэтому дети увлеченно, когда увлекаются, они уже, мы тем самым детей уже можем уже пригласить уже в нашу секцию, в нашу клуб спортивную. Очень важно здесь подчеркнуть, да, это же грань какая-то должна быть соблюдена. Надо их заинтересовать в таком спорте так, чтобы они потом не вышли на улицу драться с кем-то, да, или там не стали вообще, не дай бог, преступниками, а заинтересовались в самообороне. Я так понимаю, здесь же главная цель – это научиться самообороне, не нападению. Совершенно верно. Вот первый раздел как раз для гражданских у нас и разработан. Умение себя вести в экстремальной ситуации. Да? Вот. А когда мы рассказываем, показываем, что из себя представляет самооборона, защита в экстремальной ситуации, дети начинают понимать азы и хорошо знают, что где нужно применять, а где не нужно. Также мы объясняем, что такое уголовное право, да? Вот. Административное право, где можно применять, где превышение самообороны. Да? И после этого дети уже ознакомлены, уже не применяют, будем так говорить, только применяют на турнирах, на соревнованиях, где им больше интереснее становится. Ну, вы правильно сказали, что дети сегодня больше гаджетами увлечены, да? А как они реагируют на мастер-классы, на таких преподавателей, как вы? Что, какая обратная связь от них идет? Как вы с ними работаете? Ну, это им очень интересно. Как вот мы проводим, когда мастер-классы, мы им все это показываем, в зале стоит тишина гробовая. Потому что им интересно. Да, ребята. Не потому что им страшно. Да им не страшно. Просто ребятам очень это интересно, они в этом очень заинтересованы. Вот. И как бы мы им объясняем, что как все правильно надо делать. Как бы, ну, армейский рукопашный бой, он уже применяется немножко в других местах. Как бы, вот, ну, допустим, вот на данный момент, как бы на СВО, да, очень помогает для выносливости. Вот особенно моя группа, они меня практически все владеют этим видом спорта. К слову говоря, поэтому вы сегодня находитесь в балаклаве, потому что, вероятно, вы вернетесь еще в зону СВО, и для вашей безопасности и безопасности ваших сослуживцев вынуждены прикрыть вашу личность, да? А вы давно уже вернулись, к слову говоря? Я на данный момент где-то нахожусь полгода, пока реабилитация, у меня было ранение, ну, не сильное. Вот, ну, привыкайте к обычной жизни. Да, обязательно планирую вернуться к своим ребятам. Вот. Кстати, вы еще за кадром мне сказали, что в этом проекте у вас новшества появились, да? Теперь еще для кого вы проводите мастер-классы и тому подобное? У нас в планах сейчас проекта сбора летние. То есть ребята, которые уже прошли уже какой-то опыт, они уже есть заявки уже на летних сборах уже поучаствовать. У нас как раз есть база в районе Юматово, да? Где мы можем уже на сегодняшний день уже проводить вот такие спортивно-военные сборы, где как раз ребята могут почувствовать будни армейской жизни. Там как раз будут и занятия, и тренировки, и мастер-классы с утра до вечера. Ну и у них, конечно, будет свое личное время вечером. Поэтому все ребята увлеченные, конечно, на сегодняшний день уже готовятся к летним военным сборам. А, я еще хотела уточнить, вот вы же инструктор тактической подготовки.
Да. Что это значит? Это, то есть, каким образом вы проводите занятия? Ну, тактика — это как бы проведение боевых действий так. на местах. Вот мы подготавливаем, я подготавливаю, вернее, не только снайперов, но еще и как бы у нас есть группа защиты, которые там, допустим, у нас пулеметчики, автоматчики есть. Вот. Mm-hmm. Как правильно действовать, в каких обстановках, как, что. Ну, вот. Это больше для профессионалов, вероятно, это, да? Это только для профессионалов, mm-hmm. да. Вот, ну, а здесь вот ребят мы пока, конечно, заинтересовали вот этим армейским рукопашным боем. Я говорю, еще повторюсь, им очень это нравится. Mm-hmm. Вот как бы они тянутся к нам. Мне кажется, что вот такие, как не могу назвать человека по имени, людей с позывным «Сумрак» — это вообще для вас, наверное, изюминка, потому что действующий участник специальной военной операции, человек, который только-только все прошел и сегодня может передать свой опыт. Вообще таких много инструкторов? Ну, вы знаете, вот на удивление очень приятно, что многие ребята, понимающие, кто был, допустим, на СВО, они, наоборот, идут навстречу и оказывают свои безвозмездную помощь uh-huh. вот, в проведении вот таких вот патриотических мероприятий. Uh-huh. Как раз тому свидетель, что вот «Сумрак», дед майор, который сейчас... Знаем, на, он здесь да, тоже да, был. Да, который постоянно на гуманитарке ездит. Да? Uh-huh. Вот, они в любой момент, вот, когда попросят, в любой день и ночь, uh-huh. они придут вам на помощь. И таких ребят на сегодняшний день очень много. И у нас, кстати, они вот состоят в Федерации армейского рукопашного боя. И пользуясь случаем, хотел всем огромное спасибо ребятам сказать, добровольцам СВО, которые поддерживают наше направление, а также ветеранам СОБР и ветеранам ОМОН, которые помогли недавно провести тоже памятный турнир по армейскому рукопашному бою. Uh-huh. Память погибшим 20-го отряда СОБР «Талпар» в 95-м году. Uh-huh. Я правильно понимаю, что в том числе для участников специальной военной операции и ветеранов специальной военной операции подобные мастер-классы, курсы, программы, образовательные разные... какие-то мероприятия, это своего рода реабилитация в том числе? Ну, это, конечно, так. Вот, как бы человек не может сразу войти в мирное русло. Угу. Это очень тяжело, когда возвращаешься. Я потому что на СВО не первый раз. Это у меня очень сложно. Так, ну, много раз я там был. Так. Не буду говорить, сколько, угу. потому что у нас кое-какие вещи запрещены. Конечно. Вот. И я когда первый раз возвращался домой, было очень тяжело привыкнуть к гражданской жизни. Ну, сейчас-то я уже привык, конечно, к этой системе. Как бы mm-hmm. легко все. У меня mm-hmm. друг просто есть ушастый. Вот. Ушастый? Да, это немецкая овчарка. А, поняла. Вот. Собака. Это моя... Да, это собака. Я думал, может, у него позывной ушастый. Вот. Это моя отдушина. Вот. Я его очень сильно люблю. Mm-hmm. У меня и там в зоне боевых действий тоже овчарка была. А. Вот. Но ее не получилось вывести, угу. потому что ну, документов нет, ничего нет. Эта собака просто к нам прибилась, угу. помогала нам нормально работать. Вот. А собака — это как бы друг, наш друг он уже получается. Он чует врага издалека, и мы сразу же настораживаем. Он сразу садился к ноге, когда кто-то подходит. Не лаял, ничего. Вот. Позывной у него был «Кунак». Угу. Ну, это по-нашему как гость. Вот как. Вот. Так, вернемся к нашей теме программы. У вас теперь какие-то еще планы есть на этот проект, там, на мастер-классы? У нас проект есть запустить курсы как раз вот для гражданских, курсы самообороны. Там как mm-hmm. раз будут и наши вот эти проекты в экстремальной ситуации, как нужно себя вести, тактическая медицина, как раз сбор-разбор автомата своевременно. И с нашими партнерами даже мы работаем, спортивной федерации по метанию ножей тоже. Тоже с ними работаем. Очень интересное направление, потому что один из разделов армейского рукопашного боя как раз владение холодными оружиями. Ну, это уже для ребят, которые более подготовленные, кто хочет уже более с военной тематикой да, связать, или военно учились связать, или с армией связать. Вот с такими ребятами мы уже немножко по другому разделу работаем. А так, наша цель и задача — это уже спортивные. В этом году уже создали сборную. Угу. Вот, и сборная уже начинает уже работать уже по полной программе сборной республики по армейскому рукопашному бою. Угу. Как раз скоро Евразийские игры будут. Вот как раз мы готовим сборную команду как раз выставить на этот международный Евразийские игры, на турнир.
Ну, и если я правильно все поняла, то цель всей вашей работы — это, наверное, главное — патриотическое воспитание. Спасибо вам большое совершенно за верно, это. Совершенно верно. И я напомню, что гостями нашей студии были президент Спортивной федерации армейского рукопашного боя России в Башкортостане Наиль Галимов и ветеран боевых действий, командир взвода снайперов и разведгруппы с позывным «Сумрак». Оставайтесь на телеканале «Вся Уфа».